Добрый вечер. В эфире «Вечерние новости». С вами Ярослав Дюсенбеков. Для начала коротко о главном. Государственные служащие будут повышать квалификацию. В Семее открылся филиал Академии государственного управления области Абай при президенте Республики Казахстан. Никто не забыт, ничто не забыто. Семичане почтили память солдат, погибших на таджикско-афганской границе. Хирург с золотыми руками. В память Буланова Бекжана Серикбосынулы открылась мемориальная доска. Политические реформы, происходящие в стране, положительно влияют на совершенствование государственных институтов, повышение эффективности парламента. Это также позволило казахстанцам участвовать в управлении государством, а также формировать политических лидеров. Это был один из важнейших шагов президента на пути к созданию справедливого Казахстана. В своем заявлении глава государства дал конкретные поручения по работе в ряде отраслей, в том числе развитие инфраструктуры, формирование здорового образа жизни. Об этом высказался главный специалист управления физической культуры и спорта области Абай. Мы надеемся на большие инициативы. В целом, верим, что внимание будет уделено благоустройству нашего города, дорогам. Мы надеемся, что в нашем городе построят спортивные объекты. Что касается спортивной инфраструктуры, то в стране есть большой проект «Аул Ельбесыга». По области запланированы 3 проекта на 2023 год на общую сумму 1 миллиард 441 миллион тенге. Сегодня в Семее открылся филиал Академии государственного управления области Абай при президенте Республики Казахстан. В новом учебном заведении области государственные служащие будут повышать квалификацию. Подробнее смотрите в сюжете. Сегодня открыт филиал Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по области Абай. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков, представители филиала Академии по Восточно-Казахстанской области и государственные служащие области Абай. Главная задача Академии государственного управления – повышение квалификации и переподготовка государственных служащих. Учебное заведение области будет способствовать созданию профессионального государственного аппарата для нового Казахстана. Это очень хорошая новость, ведь сегодня во вновь созданной области большинство государственных служащих – молодые люди. Это впервые поступающие на службу граждане. Этот филиал имеет большой потенциал для их переобучения и повышения их квалификации. Сейчас у нас около 3500 государственных служащих. Половина из них – работники республиканских учреждений. Сегодня требования к государственным служащим другие. Нужно привыкать решать проблемы на месте, не откладывая в долгий ящик. Стоит непростая задача полной модернизации и создания культуры организации работы в государственных органах. Целью мероприятия является получение дополнительных знаний государственными служащими и дополнительных умений, навыков, компетенций целью. И расширение кругозора государственных служащих, потому что основной задачей нашей в целом филиала в том числе является расширение кругозора и расширение профессионального потенциала госслужащих Абайского региона. Государственные служащие области Абай до этого совершенствовали квалификацию в городе Усть-Каменогорск. Теперь филиал создан и в нашей области. Это новая возможность для сотрудников в регионе. Такие занятия происходят в нашем городе впервые за всю историю существования области. В нашу группу собираются коллеги со всех регионов. Мы рады тому, что филиал открылся и в нашей области. Филиал Академии в области Абай будет способствовать подготовке аппарата профессиональных государственных служащих для нового Казахстана. Ярослав Дюсенбеков, Нургуль Садыкова, Малика Мухтарова, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». В университете имени Алихана Бөкейханова прошел круглый стол на тему формирования добропорядочности как основы противодействия коррупции. В мероприятии приняли участие эксперты из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Подробнее об этом смотрите в предстоящем сюжете. В честь 25-летия Алихан Бөкейхан университета прошел круглый стол на тему формирования добропорядочности как основы противодействия коррупции. Целью круглого стола является представление и обсуждение результатов научных исследований и практики юридической деятельности по формированию у молодого поколения высоких духовно-нравственных ценностей, этики добропорядочности и добродетельности, установок и навыков ответственного поведения, воспитания будущих специалистов как граждан страны и мира.
Основная цель круглого стола – формирование у молодежи таких ценностей, как духовная нравственность, добропорядочность. Потому что именно они в будущем, после получения диплома, будут трудиться на государственных должностях, практических должностях. Поэтому мы хотим, чтобы наша молодежь не проявляла терпимость к коррупции, чтобы молодые люди стали достойными гражданами. В мероприятии приняли участие научные сотрудники, преподаватели вузов, докторанты, магистранты, практикующие юристы, представители органов государственной власти и местного самоуправления, преподаватели колледжей и учителя общеобразовательных школ, которые подняли актуальные на сегодняшний день вопросы. Одним из самых актуальных вопросов в нашей стране является реализация антикоррупционных мер. Кроме того, что это дает стране, так это еще и очень влияет на воспитание молодежи в нашем обществе. Воспитание – это укрепление правовой грамотности, а также формирование правосознания, правовой культуры. В рамках круглого стола были затронуты такие темы, как Алихан Бөкейханов и другие представители партии «Алаш» о формировании у молодого поколения высоких духовно-нравственных ценностей, продвижение ценности добропорядочности в академической среде, обучение и воспитание молодежи как создателей добродетельного общества, добропорядочность в практической деятельности педагога, юриста, чиновника государственной службы, новые методы и технологии оценки достижений студентов, исключающие коррупционные риски и субъективный фактор в оценке знаний студентов. Для наших предков слово «духовность» – очень почитаемое понятие. Таким образом, к общенациональным вопросам относятся вопросы духовности, культуры, языка и даже веры, совести. Каждый казахский юноша должен это знать. Только тогда мы сможем сохранить нашу культуру, наш язык, не теряя его. Стоит отметить, что посредством онлайн-конференц-связи на большом экране мероприятии приняли участие эксперты из России, Узбекистана, Кыргызстана, а также из разных уголков Казахстана, которые отметили, что это был хороший обмен опытом и хороший формат для решения насущных проблем. Ярослав Дюсенбеков, Адильжан Бисенгазинов, телеканал «Семей». В соответствии с поручением президента важно решить проблему кадрового дефицита в населенных пунктах. При этом созданы необходимые условия для молодых специалистов. Аким Кокпиктинского района специально приехал на встречу со студентами колледжа Мухтара Ауэзова. Отметим, что в данном учебном заведении сейчас обучается 41 выпускник Кокпиктинского района. Подробнее в сюжете. Одним из фундаментальных педагогических учебных заведений в Семее является колледж имени Мухтара Ауэзова. В нем обучается более 1300 будущих учителей. В учебном заведении, имеющем богатую историю, сейчас готовятся будущие учителя по дошкольным и начальным общеобразовательным предметным направлениям. На рынке труда высокий спрос на выпускников педагогических колледжей. Аким Кокпиктинского района ознакомился с работой учебного заведения и встретился со студентами с целью привлечения их на вакантные рабочие места в районе. По словам акима Кокпиктинского района Дельдабека Уразбаева, созданы все условия для профилактики проблем дефицита специалистов в населенных пунктах, в частности, в центре внимания обеспечения жильем. Я считаю, что это колледж номер один, который готовит специалистов со средним образованием в Казахстане, потому что это колледж с большой историей. Вот вы только что сами все показали, сколько патриотов, сколько великих личностей здесь обучались, читали лекции. Сегодня в колледже обучается 41 выпускник района. Подавляющее большинство из них – отличники, молодежь, принятая на обучение за счет государственного бюджета. Аким района вручил активным и образцовым студентам благодарственные письма с сертификатами на сумму 50 тысяч тенге. Руководителя учебного заведения Шагангуль Жанаеву наградили нагрудным знаком Кокпиктинского района «Асылана». Почти все активны, хорошо учатся. Многие из них проявляют свою активность на городском, областном и республиканском уровнях. Поэтому я благодарю наших молодых учителей, которые воспитывают таких замечательных студентов, которые обучаются такой прекрасной профессии, как педагог. В завершении встречи Дельдабек Уразбаев призвал молодых специалистов использовать свои знания на благо родной земли. Для выпускников педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова в районе всегда открыты двери. Ярослав Дюсенбеков, Шагала Султан Махмудова, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей».
По сложившейся традиции, 7 апреля в войсках Национальной гвардии Республики Казахстан, в том числе и в воинской части 5511 в городе Семей, прошел День памяти и мужества, посвященный павшим на таджикско-афганской границе казахстанским воинам-миротворцам. Свыше 2000 солдат и офицеров из частей оперативного назначения внутренних войск Республики Казахстан, ныне Национальной гвардии, выполняли с 1993 по 1998 год боевые задачи по охране таджикско-афганской участка границы Союза независимых государств в составе отдельного стрелкового сводного батальона Республики Казахстан. 7 апреля 1995 года стала трагической датой. В горном ущелье Пшихавр вдоль реки Пянш между пограничными постами колонна казахстанских бойцов была подвергнута прицельному обстрелу со стороны афганских маджахедов. Во время неравного боя с превосходящими силами противника 17 воинов внутренних войск Республики Казахстан героически погибли. 33 получили ранения различной степени тяжести. Ценой своих жизней наши солдаты до конца выполнили свой воинский долг, проявив стойкость, героизм и мужество. В воинской части 5511 возложили цветы к памятнику 17 героям и почтили их память минутой молчания. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших воинов от таджико-афганской границы. Никто не властен оживить погибших. Но наш святой долг увековечить их. Каждый бой без потери личного состава не бывает. Поэтому наша миссия каждый год собираться здесь, в ядре части, по возможности собрать тех воинов, которые участвовали в этих боях именно на таджико-афганской границе. Мы никогда не забываем, всегда чествуем причастие нашей воинской 5511 устелой тем погибшим 17 наших воинов. В память ангиохирурга Бекжана Серикбусынулы Буланова, который был заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии университетской больницы при Семейском медицинском университете, в стенах больницы была открыта мемориальная доска. На мероприятие пришли коллектив медицинского университета Семей, сокурсники хирурга, друзья, ученики и родные. Подробнее в предстоящем сюжете. Бекжан Серикбусынулы Буланов родился в 1974 году в Аягөзском районе. Получил образование в Семипалатинском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность начал врачом-ангихирургом в медицинском центре Семейского государственного медицинского университета. Кардиохирург высшей категории, ангиохирург, был членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Центральной Азии и Казахстана, Российского общества сосудистых хирургов, Казахстанского общества кардиоторакальных хирургов и Европейской ассоциации кардиохирургов. Коллеги вспомнили хирурга с золотыми руками, квалифицированного специалиста, который спас много жизней. В 2013 году впервые открыл отделение кардиохирургии в нашем регионе и области. Исцелил недуги сотен тысяч людей. Наше сегодняшнее мероприятие сделано для того, чтобы нынешнее поколение не забывало о нем. Для меня Бекжан Серикбусынулы остается героем нашего времени. В стенах университетской больницы, где работал Бекжан Серикбусынулы, открылась мемориальная доска. В период работы Бекжана Серикбусынулы в больнице Семипалатинского медицинского университета в отделении были внедрены современные методы коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения оперативного вмешательства, коронарного шунтирования в работающем сердце и лечебно-диагностических манипуляций. Под его руководством были освоены операции на брюшной и грудной аорте, пластические операции на брахиоцефальных сосудах. Бекжан Серикбусынулы является одним из основоположников кардиохирургической помощи в Семейском регионе. Им впервые были внедрены операции на открытом сердце. Благодаря Бекжану Серикбусынулы ежегодно проводилось около 100 операций на открытом сердце. Кроме этого, в отделении сердечно-сосудистой хирургии внедряли современные высокотехнологические методы лечения. Наши жители Казахстана смогли получать именно Семейского региона, получать доступную, качественную медицинскую помощь на месте.
Он был врачом с большим опытом выполнения сложных операций на артериальной системе и сердце, в совершенстве владеющим навыками медико-хирургических подходов в сердечно-сосудистой системе. Были опубликованы многочисленные авторские научные исследования. Заслуги Бекжана Буланова, скончавшегося от коронавируса, в области здравоохранения неизмеримы. Талшин Шакиртхан, Аслан Ертисбаев, Адержан Бисингазинов, телеканал «Семей». Сегодня прошло 15 дней со дня начала священного месяца Рамазан. Это правда, что люди с нетерпением ждут месяца милосердия и прощения. Именно в этом месяце люди извиняются друг перед другом и пытаются измениться к лучшему, держат пост. А вообще, каковы требования поста? На вопросы о том, при каких обстоятельствах нарушается пост, коллега искал ответы. Подробнее в сюжете. На самом деле пост имеет много преимуществ для духовного и физического здоровья. Одно из духовных преимуществ – воспитание у человека таких качеств, как спокойствие и терпение. Известно, что в месяц Рамазан преступность снижается, потому что в этом месяце мусульманин призывает себя и других к добру и отдаляется от зла, внемлет голосу разума, становится добрее. Польза, которую месяц поста приносит человеку, огромна. У нас есть долг перед Всевышним. Молитва, пост во время священного месяца Рамазан, милостыня, паломничество. Мы слышим много вопросов о том, если мы не молимся, не читаем намаз, будет ли принят пост. Это неправда, потому что есть люди, которые читают намаз, но не постятся. Мы ведь не можем сказать, что их пост не будет принят. В период Рамазана возникают проблемы с постом среди молодежи, особенно у школьников. Учителя размещают посты в социальных сетях, выражая недовольство тем, что ученики приходят на уроки сонными, не выспавшимися. Вот что говорит по этому поводу имам. Кто в первую очередь ответственен за ребенка? Родители, конечно. Если родители говорят поститься для того, чтобы научить своего ребенка, то это допустимо. Даже если они не держат пост, их это ни к чему не обязывает. Плохая успеваемость в школе, плохие отметки – вот к чему может привести школьника пост. Если выбирать, следует ли ему поститься или получить образование, второе должно быть на первом месте. Что думают жители семьи о месяце Рамазан? Знают ли семичане о требованиях, предъявляемых к человеку, держащему пост? Вот чем поделились горожане. Сам я держу пост. Конечно, правильное решение. С одной стороны, ограждаешь себя от плохих вещей, а с другой стороны, часто слышу, что это полезно для организма. Я могу сказать, что Рамазан – это месяц всеобщего прощения, что является очень благим поступком, общим для мусульман по всему земному шару. Лично я против того, чтобы ученики постились, потому что сколько бы ни говорили о молодом, здоровом организме, у ребенка должно быть трехразовое регулярное питание для того, чтобы он рос и развивался. Ученикам не советую поститься, потому что я работала в сфере медицины. Растущему организму пост не нужен. Пост следует соблюдать, когда вы достигнете возраста осознания преимущества поста. Известно, что человек, соблюдающий пост, должен воздерживаться от определенных действий. В обществе существует множество мнений о том, что нарушает пост. Наиб имам мечети имени Абая Кунамбаева остановился и на этой теме. Пост не нарушается, если человек забывает и пьет воду, или он полностью насытился едой. И после этого он вспомнил, что он держит пост. Его пост не нарушается. Когда человек вспомнил, что постится во время питья воды, он немедленно должен прекратить пить. Если он продолжает пить воду, ссылаясь на то, что он уже начал ее пить, и все равно будет нарушен пост, то его пост действительно будет нарушен. Во время Рамазана человек борется со своими плохими качествами и стремится к лучшему. Воспитывает себя. Имам отметил, что сейчас значительно увеличилось количество молодых людей, посещающих мечеть. Это радует, говорит Ерлан Умаров. Талшин Шакиртхан, Рустем Кайратулла, Аддержан Бисингазинов, телеканал «Семей». А теперь к новостям спорта. Футбольный клуб «Елимай» стартовал в первой лиге с ничейного результата в матче с «Ак-Жайыком». Счет 1-1. Это большое достижение для возрожденной команды. Сегодня футбольные фанаты встретили местных игроков в аэропорту с особым уважением. Следующая игра состоится 14 апреля на стадионе «Спартак». Я хочу поздравить всех семейских болельщиков, потому что мы сыграли
наверное, историческую игру после возрождения нашего клуба. А что касается игры, я считаю, что первая игра и на выезде с такой командой, как «Ржаик», которая в прошлом году играла в премьер-лиге, ребята сыграли достойно. Это были все новости к этому часу. С вами был Ярослав Дюсенбеков. До новых встреч!